Полат кай Тавмасия эрго Гераклес Эпротен. Множество. Подлежащий, извините. Эрго? Подлежащее. Пола эрго. Нет, это не подлежащий. Тогда вот Тавмасия. Нет, это прилагательное вообще. А, Геракл — это номинатив, да? Вот так выглядит. Да, после третьего склонения, да. Да, точно. Геракл сделал Эпротен, совершил. Совершил, да. Геракл совершил. Но много пола, ну, множество подвигов. Сейчас Тавмасия, посмотрю перевод. Ну, слово «тхаумацу» есть глагол, да? Удивляться. Немного... И удивительных, много удивительных дел сделал, совершил Геракл. Кстати, смотрите, если у нас есть два прилагательных, и первый из них пола, то мы кай можем не переводить, в общем-то. То есть не надо говорить многочисленные и удивительные. Ну, можно, конечно, но лучше просто многочисленные и удивительные дела. Генде эргон гой антропой мальста эсавмазон. Люди очень удивлялись. Больше всего мальста. Больше всего удивились... Какое управление у глагола «тхаумацу»? Акузатив должен быть. Эргон. Так, делу, получается. По первому подвигу? Одному подвигу. Люди больше всего удивились первому подвигу. Одному подвигу. Легий гар потеу того эврюстеус. Катабайна эстон тартан кай анабе анафере тон керберон. Сказал же однажды ему эврисфей... Нет, не сказал, Легий. Говорит, говорит. Говорит, да. Говорит однажды ему Еврисфей, спустись в Тартар и подними Цербера. Да, то есть вытащи наверх, как бы, да? Ну да. Анафера. Годе керберосости дейнон тхерион прикефалон кайфюлатей то ту Тартару стомион. Цербер же страшный зверь трехглавый. И охраняет ход в Тартар. Ход в Тартар с эйкосости то некрон. Тартар есть дом смерти. Мертвых. Ой, да, мертвых. Полой мэн избайноси де ту стомио, де калюя утос го керберос. Экбайнен де утос калюя де ту стон хэон номус. Многие приходят через вход, но кербер не мешает им, но мешает им выходить из-за законов богов. Мэнде, да? Но с другой стороны, мешает обратно выходить. Гераклес дамадзей тон керберон анео гоплон кайферей то фоберон тхерин эйс то ту крио мегарон. Как украшает кербера? Украшает кербера без доспехов и... Без оружия. Ну да, да, без оружия. И несет страшного зверя в покой, по-моему, да, это господина. Покой. Дворец, да. Годы Эврисфеус, годы влепой то Дорон, кай келевой автон, то Ферион, палин Ферин, простон Тартарон. Эврисфей, когда увидел дар, Когда видит дар, бежит и зовет. Нет, не зовет, это не Калеу, это Келеу. Убеждает, просит. Приказывает. Приказывает ему. Нет, не какой-то оборот здесь. Акузативус кум инфинитиву. Да, вот так и переводите. Приказывает, чтобы да. Он унес... В Тартар огромное животное, Еврисфей, когда видит дар, бежит и приказывает, чтобы он унес назад Тартар животное. Извините. Да, да, да. Аллут де легей хобез леус, уламен эпратес, алла де хре пратейн. В другой же раз говорит царь, ну, как бы, много ты сделал, но нужно, ну, как бы, нужно еще что-то сделать как-то. А где но? То есть это же. А где но? Алла. Где? Я перепутал, да? Угу. Алла,
А, но нужно еще что-то сделать. Ну, как бы Алла другое. Да. Как-то раз же сказал, говорит царь, много ты сделал, нужно же другое сделать. Да. В другой раз, говорит царь, ты сделал, с одной стороны, мэн, многое, Ола, но с другой стороны, нужно сделать Алла. Это не Алла, это Алла. Нужно другой. Аугиас, Лусиус, Теус, Истин, Мегистой, Тезаурой, Синауто. Тезаурой. Тезаурой, Синауто. Авгий, богатый царь, многие сокровища есть у него. Да, да. А у то, опять же, Дативус, Пасисивус. Улады кай проба такая лад херия аутоистин. Многие же, многие скот и другое зверье у него есть. Он, его есть. Да, другое, да, Алла. Эпейде гоистет хмой экполон неутон местой эйси копру. Сюкат хайре аутус эн микрохроны. Когда же... Это, по-моему, что-то типа конюшен, статхмос. Смотри, здесь в этой книжке есть слова. Чем хорош Вольф? У него постатейный словарь есть. Вот смотрите. Статхмос стоило. Конюшня стоило. Когда же конюшни из многих... Эниаутос. Эниаутос. Это годы. Годы. Да, из многих... лет из-за многих, а местой это полный, да? Ну, да, да. Из-за многих лет, ну, полных лет. Не-не-не. Из-за многих лет. Местой согласован с каким словом? Копру, наверное. Нет, статмой. Полные конюшни. Полные чего? А копрой это не... Это дерьмо. Завод, да. Были полны, когда конюшни из многих лет были полны навозом, хатхеры, это очистить, наверное? Да. Очистить их в небольшое время. Да. Только эпей, смотрите, эпей вы перевели... Когда? Когда. Ну, когда тут не очень подходит. У эпей еще значение есть так как. Так как. Да еще, да, есть. Но, да. Но так как конюшни или стойла по прошествии многих лет являются наполненными чем? Навозом, ты их очисть за короткий срок. Вот так. Так как, эпей. Ираклесун долу катхарай туз статкмус. Геракл хитро все очищает конюшни. А он? И так, таким образом. Да, и вот. Или и так. Геракл с помощью хитрости. Долус, какая функция датива здесь? Ну, я думаю, что моди. Я тоже думаю, что моди, да. Скорее всего, моди, чем инструменте, да. Агейгар тон алфейон потамон ди аутон файгуто катхайрей аутусен олигохрону. Ведь Агей ведет реку, вот эту алфейон, да, через них. Только ди аутон я не понимаю вот здесь. Ну, через конюшни эти. Тут статмос. А, все-таки, ну, да, хорошо, через конюшни. Да, ну, короче, ведет вот эту реку Алфейон через конюшни и так очищает их в короткое время. Да, то есть с помощью реки очищает. В этом заключается хитрость. Татуфилу нора кала кай лампраистин. Дар, подарок друга. Не подарок, подарки, точнее. Да, точно, да. Подарки друга, да, прекрасные и восхитительные есть. Ну и блистательные, блестящие. Та эрго та тон сюмахон Андрея кайт хаумасиаэстин. Дела соратников храбрые и удивительные. Дела, либо подвиги. О, плусиу георго полой таурой и син. А вот тут как интересно, получается, ноги и быки... Есть. Многие быки есть у этих богатых земледельцев. Гераклес пулате кайдена эпратен. Геракл много страшно впечатляющего сделал. Ну, в смысле, страшного в плане. Правильно, такого удивительного, удивительно поразительного такого дейна.
Не в смысле, что такого страшного, что все видят и падают в обморок от страха, а в смысле, что такое восхищаются прям, да? Искусственного, искусственного. Агрия тхрия потетус тон георгон агрус эдлоптен. Злые, ой, дикие звери, какие-либо поля земледельцев разоряют. Разоряли, да. Перфектно переводим несовершенным видом. Когда-то разоряли поля земледельцев. Номас тон тхеон тус некрус экелиуэн наистон тартарон катабайнэйн. Закон богов велел, чтобы мертвые спускались в Тартар. Гераклетку тон кельберон феугей, ала то поберон тхерион экту тартару анаферей. Геракл не убегает от Кербера, но вот эту страшную зверину поднимает из Тартара. Го мигистос теос, год этату ю эрга влепой, автон тавмазой. Ю-ю. Величайший бог, когда видит дела сына, подвиги, да, сына, удивляется ему, девица. Гуту дзя такала эрга о Андреюс эйстон уранон анабайней. Анабайней. Вот я не знаю, как, честно говоря, прям дословно перевести гута. Ну, как бы так через только... Ладно. Благодаря хорошим делам. Да. Из-за, да. Дзя, затем из-за, благодаря. Да. Это таким образом, таким образом. Таким образом, благодаря хорошим делам, мужественный возвышается на небо. Да, возносится. Восходит, да, возносится. Да, восходит. Смотрите, мужественный, да, Хуандреус. У нас здесь прилагательное, но с артиклем. Ага. И оно субъектируется. То есть это храбрец, смельчак. Смельчак. Не обязательно говорить смелый, а просто смельчак. Мужественные люди совершают много замечательных дел. Гой Андреой Антрой. Можно без антропой, просто гой Андреой. Гой Андреой Ратуси Пола Агатха Эрга. Пола Кай Тхаумасия Эрга, например, да? Тхаумасия, мой. Боги ничего не совершают, кроме прекрасного. Гой Тхаой Пратуси Уден. Нихель. Ничто. Уден. Уден Пратуси. Да, гойт хой уден пратусин, пратуси, ала, ала же, да? Анео, наверное, кроме. Наверное, можно и ала, да, наверное. Ала, ну, наверное, в множественном числе, агатхус, эрга, агат, нет, агатха эрга. Кала эрга. Акала эрга, да.